Депутат Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» Станислав Улитин встретился с жителями деревни Шульгино. Одной из тем стало текущее состояние сетей и колодцев в населенном пункте. Парламентарий сообщил, что вместе с территориальным управлением проработают и возможность включения деревенской ливневки в основную сеть. Мероприятие прошло в рамках подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы.